В Димитровградских школах начался прием заявлений от будущих первоклашек и их родителей. В 2013-2014 учебном году планируем открыть 7 первых классов с наполняемостью 25 человек в каждом. Во второй школе уже приняли 36 заявлений в первый класс. И многие из них от тех, кто территориально не прикреплен к этому учебному заведению. А по закону школа сначала набирает тех учеников, которые живут поблизости, а уже потом рассматривает заявления от всех желающих. Таких детей мы тоже рассматриваем. И при наличии свободных мест, начиная с 1 августа, рассматриваются заявления родителей, дети которых не принадлежат к району данной школы. Так что спешить не стоит. Заявление на зачисление в первый класс можно подать до 31 июля. По территориальной принадлежности ребенка примут в школу в обязательном порядке. Заявление же тех, кто хочет учиться в школе не своего района, начнут рассматривать лишь в августе. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.